Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Вес около 450 граммов, а рост чуть больше 9 сантиметров. Не иначе, как маленькое чудо, а вернее, самая миниатюрная собака в мире. Ей является чихуахуа Милли из Пуэрто-Рико. За свои крошечные размеры она даже попала в книгу рекордов Гиннесса. Но чихуахуа не единственная порода, известная своей миниатюрностью. В этом выпуске мы расскажем вам о самых маленьких породах собак. Миниатюрные, очаровательные, маленькие породы собак по-своему прекрасны. В разные эпохи самыми миниатюрными собаками в мире признавались представители разных пород. Какие собаки получали и получают до сих пор звание самых крошечных? Давайте разбираться. Чихуахуа – самая маленькая порода собак в мире на данный момент. Согласно стандарту, вес у этих собак не должен превышать 3 килограммов. Рост в холке же у чихуахуа редко достигает больше 20 сантиметров. Йоркширский терьер – еще одна миниатюрная порода собак. До официального признания породы чихуахуа именно йорки становились самыми маленькими собаками в мире. Средний вес у представителей породы обычно колеблется от 1,5 до 3 килограммов, а рост холки, как правило, не превышает 22 сантиметров. Грифоны – группа собак, включающая три миниатюрные породы – брюссельского грифона, бельгийского грифона и пти-брабансона. Все эти собаки имеют милую внешность и небольшие размеры. В среднем рост в холке у этих собак колеблется от 20 до 28 сантиметров, а вес редко превышает 4,5 килограмма. Папийон – еще одна маленькая порода собак. Представители породы обладают необычной внешностью и ласковым характером. Рост холки у этих миниатюрных собачек обычно колеблется от 20 до 28 сантиметров, а средний вес, как правило, составляет от 2 до 5 килограммов. Аффин-пинчер – порода маленьких забавных собак, которые своими трюками могут развеселить любого. Рост в холке у этих малышей обычно составляет от 20 до 26 сантиметров, а вес от 3 до 4,5 килограммов. Той фокстерьер – настоящий фокстерьер в миниатюре. У представителей породы хорошо развит охотничий инстинкт. Они энергичны и очаровательны. Рост холки у этих маленьких охотников в большинстве случаев составляет от 16 до 25 сантиметров, а вес обычно колеблется от 1,5 до 3,5 килограммов. Русский той-терьер – одна из самых маленьких пород собак, выведенная в России. За скромными размерами у представителей породы скрывается бесстрашное сердце и смелый характер. В среднем рост в холке у русских той-терьеров составляет от 18 до 26 сантиметров, а вес редко превышает 2,5 килограмма. Таковы самые крошечные породы собак в мире. Маленькие да удаленькие – это точно про них. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!